Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и просто обязаны на него подписаться и нажать на колокольчик, если вы еще нет. Недавно в Epic Games совершенно бесплатно раздавали Sid Meier's Civilization 6, поэтому очень многие товарищи-стратеги наконец-то смогли к ней приобщиться, но вылезла внезапно одна проблемка. Оказывается, в Epic Games Store нету модов, которые совершенно спокойно находятся в мастерской Steam. Если покупатели Civ и Steam избавлены от неудобства с установкой модов, им достаточно просто в мастерской подписаться на то, что им нравится, то обладателям версии из Epic Games Store необходимы танцы с бубном. Какие именно? Сейчас я вам расскажу. Я даже для этого специально установил себе эпиковскую версию Цивы. Как видите, у меня в ней нету никаких модов совершенно. Есть два пути. Первый, в котором вы сами себе помощник. Идем на сайт steamworksshopdownloader.io. В общем-то, адрес вы видите у себя на экране, и я в описании к этому видео его добавлю. И в верхнюю строку просто вставляете ссылку на необходимый вам мод из стимовской мастерской. Например, вот я хочу Beta Balanced Game скачать. Правой кнопкой мыши, copy link address, или по-русски будет скопировать ссылку, и вставляете в steamworksshopdownloader.io. Теперь вам надо скачать созданный архив и разархивировать его в папку «Мои документы», «My Games», «Sid Meier's Civilization 6 Epic», «Mods». Вот прямо сюда его и разархивируем. Теперь запускаем Циву и видим, что у нас этот мод в игре появился. Проблема здесь в том, что вам придется постоянно вручную эти моды обновлять, в то время как в Steam они, конечно, все обновляются автоматически. Второй способ скорее подходит для сетевых партий, потому что в разных сетевых партиях разные моды. Желательно, чтобы хостом был человек из Стима, и он просто идет в свою папку на диске, где у него установлена шестая цива. Там заходит Steam Library, Steam Apps, Workshop, Content и находит папку под номером 289070. Это номер шестой цивы в Стиме. Если я сюда зайду, увижу тут кучу модов. Вот это все моды, которые у меня скачаны и установлены. Человеку достаточно сделать архив этой папки, скинуть на какой-нибудь файлообменник, с которого его скачает человек с Epic Games Store и разархивирует в папку модов, которую я показывал до этого. Таким образом, у него будут все актуальные моды, с которыми проходит сетевая партия, и не надо будет вручную скачивать с сайта Steam Workshop Downloader. Да, к сожалению, вот так неудобно для обладателей версии из Epic Games Store. Пишите Эпикам, чтобы они у вас тоже создали какой-то раздел с модами. На всякий случай, для обладателей стимовской версии тоже расскажу, как себе моды устанавливать. Вдруг внезапно кто-то не знает. Тут на самом деле все очень просто. В самом Стиме переходим во вкладку «Игры». Это, например, можно сделать через библиотеку. Нажимаете Civilization 6. Тут есть несколько разделов. У меня на английском языке это workshop, на русском будет называться мастерская. Переходите туда, и здесь куча модов, которые вы можете отсортировать по популярности, по рейтингу, по тому, на какие возможности игры они влияют. И чтобы установить мод, вам достаточно просто перейти в него и нажать на кнопку подписаться, вот эту зеленую, или subscribe по-английски. Все, он теперь автоматом скачается, будет автоматом обновляться каждый раз. Нажимаете подписаться, и больше вам делать ничего не надо, вы просто запустите игру, и там этот мод уже будет. Вам даже не обязательно отписываться в дальнейшем от этих модов, чтобы они не появлялись. В меню самой игры вы можете их включать и выключать. Надеюсь, был вам полезен. Об интересных модах я расскажу в другом видео. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!